А то, что мне заливает сейчас глаз пот, это нормально? Привет, друзья! Меня зовут Мельниченко Александр, и мы с вами находимся в нашем Dream-фитнесе. Сегодня мы снимаем для вас онлайн-тренировку ягодицы в TRX. Вам нужен тоже настрой, вам нужны петли, вам нужен таймер. 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. Мы будем с вами выполнять 6 упражнений без отдыха. Упражнения тяжелые. Мы с вами разберем 3 разновидности выпадов и 3 разновидности отведения ног. Итак, друзья, поехали. Первое упражнение мы будем с вами делать сочетание приседания на одной ноге и сразу же уходим в выпад. Одна нога вперед, присели, встали, выпад. То есть мы стоим с вами сейчас на правой ноге преимущественно, и работает у нас правая нога в данном случае. Становитесь напротив точки крепления. Спина прямая, грудная клетка раскрыта. Тянем таз назад. 40 секунд. Работаем с акцентом на правую ногу. Не забывайте при выполнении выпада особенно тянуть таз назад. Вниз, вдох, выдох. Вдох, выдох. 20 секунд дышим, потом будем повторять на вторую ногу. Поставлю телефон рядом. Приготовьтесь, у нас с вами 7 секунд и делаем на левой ноге. Приготовились. Поехали. Таз назад, сели, встали. Ногу выводим вперед на уровень сзади стоящего носка. Обратите внимание, тянем таз назад. Контролируйте, что при приседании впереди стоящая нога, сейчас я сделал неправильно, вот, впереди стоящая нога не отрывалась, пятка. Вдох, выдох, вдох, выдох. Угу. Старайтесь тянуть за счет мышц ног себя вверх, а не за счет рук. Если устают руки, это говорит о том, что вы сильно надеетесь на руки и встаете за счет рук. Наша задача — нагрузить ягодицы. Отлично. Дальше. Мы делаем с вами отведение ноги, максимальная длина строп. Изолированно сейчас будем бомбить ягодицы. Мы становимся таким образом, чтобы плечи были под точкой крепления, максимальная длина строп. Напрягаем мышцы спины. Я сейчас буду делать правой ногой, поэтому левая напротив точки крепления. И не спеша, друзья мои, выталкивайте пяточку назад. На выдохе вдох, выдох. Концентрируйтесь сейчас на правой ягодичной мышце. У меня здесь микрофон, не подумайте, что это у меня такая средняя и малая ягодица. Это микрофон. Спина прямая, пресс напряжен, широчайшие мышцы напряжены, макушка, тянемся вперед. У нас еще с вами 8 секунд работы. Вы будете чувствовать опорную ногу, это нормально. Толкаем. Толкаем. Отлично. Правая нога у нас сейчас опорная, она напротив точки крепления. Есть. Приготовились толкать левой ногой. Правый носок в пол. Напрягли спину. Через 3 секунды стартуем. Поехали. Выталкиваем пятку назад. Опускайте ногу до уровня опорной. Не заводите вперед, так как это влечет за собой округление поясницы. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы горели ягодицы. Это очень крутой комплекс. Старайтесь только делать его подконтрольно, не спеша. Каждое повторение выдавливайте ягодицу, в данном случае левую. Контролируйте, вас будет расшатывать. Вы должны напрячь максимально мышцы спины, грудные мышцы, мышцы пресса. И выталкивайте пятку назад. Назад. Отлично. У нас 20 секунд, мы приступаем к третьему упражнению. Выставляем стропу на середину голени. Вот таким образом. Стоим сейчас с вами на правой ноге. Левая у нас в петле. И будем с вами выполнять диагональные выпады назад. Смотрите, мы должны с вами выполнять выпад, но нога сзади стоящая должна немного уходить
за уровень впереди стоящей стопы. Это очень сложное упражнение, делайте его подконтрольно и не спеша. Сели, почувствовали растяжку ягодиц, встаем и напрягаем ягодицы. Сели, ногу немного заводим в диагональ, зажали ягодицу. Сели, зажали ягодицы. Медленно и подконтрольно до чувства растяжки. Садимся. Можно сделать небольшую паузу, чтобы проконтролировать, правильно ли вы заводите колено. Вторую ногу. Сейчас я буду работать на левую ногу. И станьте так, чтобы ваша левая нога была напротив точки крепления. Вам так будет лучше амплитуда выводить вашу ягодицу в растяжку. Это очень важный момент, обратите на него внимание. Приготовились. Поехали. Медленно садимся. Встаем и напрягаем левую ягодицу. Сели. Встаем. Сели. Напрягаем левую. Держите пресс все время в напряжении. Зажимаем ягодицу, держим кор. Всегда думайте о нейтральном положении. Сели, встали, зажали левую ягодицу. Сели, встали, зажали. Работаем. На выдохе встаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я надеюсь, вы также самотрудитесь и стараетесь выкладываться в каждом повторении. Сейчас наша задача. Мы с вами работаем. Сейчас. Максимальная длина. Есть. И мы с вами делаем отведение ноги в стороны. Смотрите. С этого положения отводим ее в сторону. И представляем. В сторону. И представляем. Здесь у нас работает малая и средняя ягодичная мышца. Акцент вот на эту область. Также здесь работает напрягатель широкой фасции. Очень важно, контролируйте в процессе выполнения. Посмотрите сейчас на мою ногу, чтобы она сильно высоко не поднималась, так как это приведет к ротации таза и, соответственно, нагрузке на поясницу. Это мы не допускаем. Есть. У нас 20 секунд отдых. Сейчас правая нога у нас напротив точки крепления. Это важный момент, иначе вас будет расшатывать. Если вы станете неправильно, ТРХ вас будет расшатывать по принципу маятника. Есть. Правый носок в пол. Приготовились делать левой ногой отведение. Настройтесь. Погнали. Не спеша. Делайте не спеша. Ногу отводите строго в сторону. Не толкайте ни назад, не толкайте ни вперед. Вот как она есть, в плоскости опорной ноги отводите строго в сторону. Делайте все не спеша. Нам не важно количество повторов, нам важна техника. Видно, да? Я уже начал согреваться. Я же стараюсь. Мы работаем с вами буквально там 5 минут. А мне уже тепло. А вам должно быть еще жарче. Отлично. Держим напряжение всего тела. Это намного сложнее делать, чем отведение ноги, когда вы держитесь руками просто на полу. Есть. Так, дальше, друзья мои, встаем. 4 упражнения мы сделали. Пятое. Выпады ножницы. Сейчас вы поймете, чего он так называется. Середина голени. Приготовились. Правая нога в петле. Аккуратно, ушли вперед. Медленно. Оп. Встаем и подтягиваем ногу. Вытягивайтесь вперед. Таз у вас должен уйти вниз и немного вперед, чтобы вы почувствовали растяжку. Ноги, которые в петле, растягиваются задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы. И мы встаем за счет этих мышц. Вдох, выдох. Нога, которая в петле, должна быть четко напротив точки крепления. И встаем и подтягиваем. Дышите. Вниз, вдох. Выдох. Вниз, вдох. Грудная клетка раскрыта. Отлично. Меняем ногу. Я надеюсь, что вам уже хорошо. Вам уже тепло. Концентрация. Я каждый раз на своих тренировках и на обучении учу людей концентрироваться на работе. Поэтому, друзья мои, полная концентрация. Левая нога напротив точки крепления. Приготовились у нас 5 секунд. Уже. Поехали. Оп. Сзади стоящее колено, обратите внимание, уходит в пол. То есть мы должны хорошенечко растянуть. Чем ниже мы сядем, тем больше мы достанем ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра. Вытягиваемся вперед.
можно дать небольшую паузу, не пружиньте. Делайте подконтрольно. Пауза и встать. Задистоящая нога тоже должна немного сгибаться, то есть не пытайтесь ее держать ровно, потому что это может привести к перерастяжению передней поверхности бедра, подвздошно-поясничной мышцы, прямой мышцы бедра. Медленно сели, встали и потянули. Отлично. Последнее, 6-е упражнение данного круга. Это сочетание отведения ноги назад и в сторону. Смотрите, что-то похожее на грибковое движение. Я начну с правой ноги. Левая нога у меня опорная. Приготовьтесь. Смотрите и повторяйте. Оп, и сюда. В сторону, назад и сюда. Напрягите максимально ваши руки, ваши мышцы спины. В сторону, толчок назад и приставили к опорной. В сторону, толчок назад. То есть мы с вами сейчас соединяем отведение ноги в сторону и отведение ноги назад. Очень крутая нагрузка. Я ее уже ощущаю. И мне уже хорошо. Вам должно быть так же самое. Со мной не может быть плохо. Правильно же? Поэтому мы получили очень много положительных отзывов о нашем последнем ролике с мастером. Что давайте побольше снимайте таких тренировок. Очень круто. Типа мы заряжаем мастер. И нам это приятно. Поэтому побольше комментариев хороших и лайков. Приготовились к левой ноге. Напряглись. В сторону и толкаем. В сторону и назад. В сторону и назад. Ловите баланс. Как бы вас ни расшатывало, старайтесь держаться. Удерживать корпус. Держать в напряжении мышцы спины. Видите, я настолько концентрируюсь. Где вы там? А вон, ага. Куда вы смотрите? На ягодицы, я так и знал. А-а-а. Понятно. 7 секунд. Напрягаемся, хорошо, жестко держим себя. Отлично. Отлично. Есть. Супер. Класс. Мы встаем. И делаем сейчас с вами растяжку. У нас будет буквально минутный отдых. То есть мы с вами сделали 6 упражнений. Сейчас сделаем небольшую растяжку. Сначала переднюю бедра. Потянитесь. Обязательно делайте растяжку между подходами. Вот 6 упражнений сделали. Сделали растяжку. И в обязательном порядке выполняйте ее после тренировки. Друзья мои, это очень важно. Я всегда на обучении говорю, что растяжка — это очень важная составляющая тренировочного процесса. Вы не должны ее пропускать, так как многие упражнения на TRX требуют высокого уровня растяжки, гибкости, ловкости, концентрации. И вы должны уделять внимание этому. Вот вы сейчас видели, особенно выпады-ножницы, это упражнения, которые требуют высокого уровня растяжки, гибкости и концентрации. И ваша задача, как специалистов, или просто людей, кто занимается на петлях, учить себя и учить клиента думать непосредственно об упражнении. И растяжка – это очень хорошее средство, чтобы почувствовать свои мышцы, почувствовать, где они у вас крепятся. Чем лучше растяжка, тем больше амплитуда. Соответственно, вы задействуете больше мышечных волокон. И самое важное – это безопасность. Что если мышцы растянуты и сильные, и гибкие, это залог здоровья и долговечности ваших мышц. И заднюю поверхность бедра. Ноги прямые, давим на стропы. Тянемся хорошенечко. Сейчас сделаем растяжку, сделаю глоток воды, и мы с вами приступим к следующему раунду. Второй раунд круговой тренировки на ягодицы. Уже чувствую, что ягодицы налились. Не забывайте пить воду, я говорю это в каждом ролике. Кстати, очень хорошая вода, мне нравится. Все, поехали. Я восстановился. Значит, смотрите. Запускаемся. Это было не реклама. Мы работаем с вами. Приседания. Но нога остается на весу. То есть мы усложняем с вами. Задистоящая нога в первом круге касалась пола, когда мы делали выпад. Во втором она не касается, обратите внимание.
То есть мы усложняем. А как вы хотели? Вы что думали, что мы будем делать три круга одно и то же? Нет. Мне не интересно. Я люблю каждый раз разнообразие и прогрессия нагрузки. Таз назад сели, таз назад, нога на весу. Сели, нога на весу. И встали. Молодцы. Вдох-выдох. Готовимся все то же самое к левой ноге. Я уверен, что вам уже хорошо, вам тепло. Старайтесь держать такой же самый темп. Не делать быстро, делать в полную амплитуду. Это очень важно. Не торопитесь. Получайте удовольствие от процесса. Приготовились. Левая нога напротив точки крепления. Таз назад, сесть. Оп. И назад. Встать. Нога на пол. Сели. Встали. Нога назад. Она на весу. Я напоминаю. Как бы вам ни хотелось поставить ее на пол, она должна быть на весу. Держите грудную клетку раскрытой. Тянитесь назад. За счет ягодицы встать. Ногу вперед. Сели. Встали. Назад. Нога на весу. Спина прямая. Красиво держимся. Назад. Встать. Вперед. Сесть. Оп. Оп. И встать. Отлично. Есть. Дальше. Второе упражнение. Второго круга. Мы с вами делаем отведение. Только мы еще добавим в конце 10 пружинок. Сделаем 30 секунд полная амплитуда, а потом пружинки. Приготовьтесь. Правая нога. Отведение назад. Пяткой тянемся назад. Напряглись. И поехали. Вытягивайтесь назад. Макушкой вы должны тянуться вперед. Я просто с вами общаюсь, поэтому я кручу головой. Но когда вы делаете данное движение, вы должны тянуться макушкой максимально вперед, копчиком назад. Максимально длинный позвоночник. Тянитесь пяткой назад. Выталкивайте ягодицу. У нас с вами еще 15 секунд. Потом мы поднимем ногу и 10 секунд поделаем пружины. Опорная нога тоже хорошо чувствуется. Так, давайте поднимем и поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Продолжаем. 3, 2, 1. О, хорошо. Работаем. 20 секунд отдыхаем. Приготовились. Сейчас сделаем все то же самое на левую. Уже горит и опорное чувствуется. Приготовились. Поехали. Выталкиваем назад и вперед. Макушкой тянемся. Напрягите максимально руки и выталкивайте пятку назад. Старайтесь поднимать ногу до положения, когда у вас нога будет немного выше уровня спины. То есть высоко не поднимайте, потому что это приведет к нагрузке на поясницу. Скоро будем пружинить, приготовьтесь. Приготовились? Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оп. Класс. Середина голени. И объединенный режим петель. Готовимся к выпадам баланс. Диагональные. Есть. Стоим на правой ноге. Разворот. Так. Правая нога напротив точки крепления. Гоу. Оп. Сюда. Сели. Почувствовали растяжку ягодицы. За счет ягодиц встаем. Сели. И встаем. Тянитесь тазом назад. Контролируйте, чтобы нога, которая у вас в петле, уходила за уровень предстоящей стопы. Мы с вами работаем еще 10 секунд, а потом сделаем пружины внизу. Баланс, контроль, растяжка. Так, садимся. Пружиной. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вторая нога. Отлично. Так, левая нога у нас напротив точки крепления. Приготовились. Жжем. Поехали. И зажать. Сели. Напрягайте ягодицу. Думайте. Ваша задача максимально сконцентрироваться на работе ягодичных мышц, чтобы убрать нагрузку с передней бедра
и залезть именно в ягодицы. Да, передняя здесь тоже будет работать, но мы хотим нагрузить ягодичной. Поэтому за счет ягодичных мышц мы встаем. А когда выравниваемся, напрягаем ягодицы. Так, сейчас пружиним. 10, 9, 8, горит, 7, 6, 5, 4, 3, 2. О, как там Челентано танцевал. Так, сейчас приготовились. Да-да-да-да, я спешу. Сейчас отведение в сторону. Давайте, погнали. Ух, пресс напряжен. Зажмите все тело. Отводим строго в сторону. Мы еще с вами добавим пружины. 10 пружин. Старайтесь держать все время пресс напряжение, чтобы вас не расшатывало. Отводите строго в сторону. Я напоминаю, что высоко поднимать не нужно. Только чтобы сократить ягодицу. Давайте пружинки. 10, 9. Куда ты, мастер? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 20 секунд отдых. Готовимся к левой. Видно, что я уже немножко вспотел, да? У меня такая же сейчас испарина на ягодицах, но я вам не покажу. Приготовились к левой. 40 секунд работы. 30 полная, 10 короткая. Оп. Оп. Держите все тело в напряжении. Не торопитесь. Выполняйте, не спеша и подконтрольно. Если вы будете делать быстрый темп, это будет вот такое. Не спешите. Концентрируйтесь. Каждое повторение старайтесь выполнить именно за счет рабочих мышц. Малая, средняя ягодица. Приготовились к пружинкам. 10, 9, 8, 7. Баланс. 6, 5, 4, 3, 2. Есть. У нас 20 секунд. Мы приступаем. Приступаем к выпадам ножницы. Ой, хорошо, хорошо. Так давно уже хотел снять для вас мастером этот ролик, но работа, работа. Приготовились. Правая нога. Напротив точки крепления, под небольшим углом. И вы будете замечать, что на второй подход ваша амплитуда увеличивается. То есть вам уже комфортнее делать. Мышцы разогрелись. Они стали более эластичными. Так что, Паш, до таза. Растяжка должна быть до таза. Так. Мы сделаем с вами еще 5 секунд. А потом попружиним. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И встать. Хорошо. У-ху-ху-ху-ху. Что-то жарко, мастер, или что? Или такое впечатление, что мне... А, это влажность. Это влажность. Приготовьтесь. Контроль. Левая нога напротив точки крепления. Все, повторяйте, как я говорю. И встаем. Вытянулись. И встаем. Это тоже повторять. Если у вас руки устают больше, чем ноги, значит, вы цепляетесь за петли. Вам нужно руками держаться всего лишь для баланса. Вся концентрация у вас вот здесь, в чакрах там. Кстати, после такого комплекса уровень положительных гормонов, особенно у мужчин, повышается. Поэтому мужчинам тоже рекомендую это выполнять. Очень крутое. Я забыл сделать пружинки, моя вина. 10 заговорился с вами. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, оп. Соответственно, у меня меньше отдыха, поэтому я тороплюсь. Здесь мы делаем просто 40 секунд в сторону назад. Жить. Все, я спешу. Я вижу, что вы уже готовы, вы уже стоите в исходном положении. Все, бомбим. Назад и в стороны. Назад и в стороны. Концентрируемся. Напрягаем все тело, друзья мои. Все мышцы.
Один из больших плюсов TRX – это напряжение всех мышц в единицу времени. Пресс, все мелкие мышцы, которые обволакивают ваши суставы, так называемые мышцы-стабилизаторы, активно включаются здесь в работу. Если вы будете использовать часто TRX в своих тренировках, у вас никогда не будет болеть спина, будете чувствовать себя прекрасно. Нет, не будем делать. Пощадим людей. Или они скажут, что мы с тобой ти-ди-ди. Готовы? Вера, ты обязательно тоже попробуй этот комплекс, потом напишешь комментарий. И толкаем. В стороны и назад. В стороны и назад. А то, что мне заливает сейчас глаз пот, это нормально? Думаю, да. Там мы же вроде бы качаем ягодицы, а чего у меня пот на лбу? А-а-а. Толкаем, толкаем, толкаем. Разговорились тут, понимаешь. Концентрация, выталкиваем ногу. В сторону назад. Ягодица должна гореть. Есть. Прекрасно. Что мы сейчас делаем? Ты вспотел? Мы делаем растяжку. Круто, 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 круто. Два раунда мы уже сделали. Третий раунд. Он будет самым сложным. Это между нами. Делаем растяжку. Ух, хорошо. Кстати, очень часто задают вопрос, как начать тренироваться на TRX, какие упражнения, можно ли ходить на вообще на групповые тренировки сразу, если вы еще никогда не занимались петлями. Друзья мои, если вы никогда не занимались петлями, лучше попробуйте сначала прибегнуть к помощи персонального тренера, чтобы вам индивидуально подобрали комплекс, научили технически правильно выполнять упражнения. Или вы можете зайти на канал, как его, Александр Вдовиченко Сергеевич, он же Пушкин. А Мельниченко! Мастер, точно, Мельниченко. Вот, тянем зад бедра, вот. И посмотреть там, как правильно выполнять упражнения. И всегда делайте самые легкие упражнения. Не нужно выбирать самые тяжелые и пытаясь делать их. Это невозможно. Вы же не придете на бокс и на первой тренировке не полезете драться с мастером спорта. Шансов на вас ноль. Вот, поэтому старайтесь соблюдать, вернее, принцип от простого к сложному. И даже те, кто приходит на мои групповые тренировки, они очень тяжелые, интенсивные, но люди на них уже ходят год, я их подводил к этому. Поэтому, когда приходит новичок, он смотрит на это и говорит, пойду я, наверное, на тренажеры. И правильно делает, потому что нужно подходить с умом к делу и быть подготовленным к таким интенсивным тренировкам. Отлично. Я пью воды, и мы работаем третий раунд. Самый тяжелый. Как самый тяжелый. Получилось, что на ноги у нас 20 минут тренировка, а на ягодице уже 40 будет скоро. Да? Ну, вообще-то пока 27, но... А потому что мы делали право-левое, право-левое. Соответственно, у нас уходило больше времени. То есть у нас полноценная тренировка. Так, я готов. Ты готов, мастер? Бутербот! Так, значит, я включаю таймер. Мы сейчас с вами будем работать... Наша нога вообще не будет касаться пола, левая. Поехали. Пистолетик. Выпад назад. Пистолетик. Это самый сложный будет раунд из трех. Уже чувствуется. И у вас будет желание остановиться, не услышав заветный звонок на вашем айфоне. Но вы должны дотерпеть. Вы должны работать все 40 секунд. Будьте честными перед собой. Лучше делайте чуть-чуть медленней, но не останавливайтесь. Надо до конца дойти. Сейчас характер проявляется. Отлично. Ягодица уже горит. Угу. О, да. Сейчас левая. Концентрация. Левая нога, она, кстати, менее послушна. Поэтому, когда делаете на левую ногу, старайтесь максимально сконцентрироваться. Здесь мозг. И пусть они... друг с другом содействуют. Приготовились. 40 секунд. Оп. И назад. Таз назад. Есть. Сесть.
таз назад, таз назад. Сели, встали, таз назад. Это самая сложная комбинация, я напоминаю вам. Но вы должны концентрироваться и постараться еще 20 секунд выполнять. Таз назад, встали, нога на весу, сели, толчок левой. Таз назад, встать, ногу, сели, левой. Тянемся. Еще 3 секунды. Ип, и я успею еще выпад. Есть. Максимальная длина строп. Приготовились? Давайте немножко усложним, так и быть. Приготовьтесь. Сейчас будет сюрприз. Рука-нога. Супермен. Вот так вот будем делать. Еще больше включим мышцы спины. Поехали. Оп. И сюда. Оп. И сюда. Работаем, не спешите. Это упражнение сложнее делать. Выводите противоположную руку вперед, но ни в коем случае ее полностью не распрямляйте, чтобы не было провала. То есть она всегда должна быть слегка согнута. Концентрируйтесь, вытягивайтесь. Пяточки тянемся назад, макушка вперед, рука уходит вперед. Опорная, как чувствуется. Прекрасные чувства. Отлично. Хорошо. Ты ставишь сюда какой-то звук кричащего какого-то медведя. Так, приготовились. Сейчас мы работаем левой ногой и правая рука вперед. Кто-то здесь накапал пот. Приготовились. Сконцентрировались. Оп. И сюда. Оп. И сюда. Держите все время спину ровно. Макушкой тянитесь вперед. Пресс держите в напряжении. Когда усталость будет подкрадываться, концентрация начнет нарушаться. Но ваша задача дойти до конца. И каждое повторение думать и концентрироваться. Молодцы, старайтесь. Вытягивайтесь вперед и назад. Вытягивайтесь вперед и назад. Отлично. У нас еще 3, 2, 1. Шикарно. Так. Выпады. Одна нога в TRX. Объединенный режим петель. Я предлагаю сделать 8 прыжков. А остальное время мы с вами добьем диагональными выпадами. Ух, правая нога напротив точки крепления. 8 прыжков. Гоу. Эй. Сесть. Бэм. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Вдох-выдох. Остальное время продолжаем. Выпад. Встать, зажать ягодицу. Выпад. Встать, зажать ягодицу. Сесть. Встали, напрягли правую. Сесть. Встать, напрячь. Контроль. Сесть. Напрячь. Сесть. Баланс. Отлично. 8 прыжков. Сейчас будем работать на левую ногу. Быстренько, быстренько. Не затягивайте. Я готов прыгать. Жду время. Один. Два. Три. Легко. 4. Как украинские народные танцы. 5. 6, 7, 8. Остальное время диагональ. Контроль. Не крутите головой. Упритесь в одну точку и концентрируйтесь. Слышно мое дыхание, да? Оно учащается. Чем больше лайков и просмотров, тем больше учащается дыхание. Мастер. Так, отдыхаем. Сейчас мы с вами сделаем, смотрите, такую штуку. Одна нога у нас будет в петле, и мы будем отводить правую руку в петле и правую ногу в сторону. Приготовились. Погнали, друзья мои. Оп.
Оп. Оп. Отлично. Концентрация. Не могу понять, почему мне жарко, почему у меня учащается дыхание. Наверное, я так стараюсь вам понравиться и делать правильно. Поэтому я так потею, нервничаю. Уже 100 с лишним роликов сняли. Я все нервничаю и пытаюсь сделать все на правильном уровне. А может быть, весна как-никак. 5 еще секунд. Эй, прожимаем. Эй, еще раз. Ой-ой-ой-ой, хорошо же. Почки расцветают, ягодички твердеют. Приготовились. 10 секунд, хватит разговаривать, по местам. Собрались. Напряглись. Поехали. Оп. Оп. Строго в сторону. Отводите, я напоминаю, в проекции опорной ноги. Спина прямая. Пресс напряжен. Концентрация на верхней части ягодиц. 20 секунд работы. Ты там приблизился к моим ягодицам близко? Ты хочешь... Сейчас будут писать, почему не в лосинах. 2 секунды. Отлично. Прекрасно. О, ты устал, да? Да. А я вообще не устал. Так, выпады. Середина голени. Давайте повторим то же самое. Сделаем с вами 3 секунд работы и 10 пружин. Приготовились, друзья мои. Чуть-чуть осталось. Уипа. Встать и подтянуть ножку. Вытягиваемся вперед. Угу. Вы помните, я говорил, с каждым повтором и подходом старайтесь увеличить амплитуду. Ага. Контроль. Грудная клетка раскрыта. Плечи опущены. Вдох. Выдох. Давайте пружинить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опа. Хорошо. Хорошо же. О, красота. И никакой компрессионной нагрузки. А ноги так проработаются, что тренажеры отдыхают просто. Все, сконцентрировались. 3 секунды. Готовность. Бам. Дышим глубоко, получаем удовольствие от процесса. Полная концентрация. Не отвлекайтесь. Думайте только об технике выполнения, об амплитуде, о тех мышцах, которые у вас работают. Поэтому я всех, кого учу, говорю, ребята, вы должны знать функцию мышц. Вы должны знать, какие у вас мышцы в данном упражнении работают. И думать только о них. У меня сейчас работает и диафрагма, и ягодица фрагма, все работает. Давайте, максимальная длина, и будем делать на одной руке, в сторону и назад. Мы с вами завершаем нашу тренировку. Она прошла очень быстро и легко. Погнали, друзья мои. Оп, и приставить. Оп, и приставить. В сторону, назад, и приставить. В сторону, назад и приставить. Чувствуете, как вас расшатывает, но ваше стальное тело напряжено, и вы не позволяете себе ни проваливаться, ни уходить куда-то, куда-либо в сторону, особенно налево. Нельзя. Будьте верными. В сторону, назад. Еще раз. В сторону, назад. Отлично. И не жалуйте, что у вас чувствуется опорная, это нормально. Опорная должна чувствоваться наравне с рабочей. Приготовились. Последние 40 секунд работы на сегодня. Фу.
уже не ту ногу. Нормально. Значит, хорошо работаем. В сторону. В сторону, пятку назад. В сторону, пятку назад. Как это говорят, спекся на работе, да? Контроль. Сколько мы уже работаем, мастер? О-о-о-о-о. А как будто только прошло 38-40. Я вообще не устал. В сторону, назад. Вот такое у нас воскресенье. Вот так. Класс. Супер. Если вы сделали все точно как я вас поздравляю. Это упражнение с очень серьезным уровнем подготовки. Поэтому, если вы все сделали, 39 минут, это круто. У вас должны быть сейчас такие же ощущения, как у меня. Такое впечатление, что у меня здесь, как это в песне, попа как у Ким, попа как у Ким, да? Все, растяжку. Ты устал, да? Ты почувствовал ягодицы? Ага, хорошо. Да. Так, ну мы делаем растяжку. Здесь мастер включит музыку I Believe I Can Fly. Вот. Погнали. Давайте. Начнем тянуться. Переднего бедра. Ну вот как бы и все. Вот и в принципе вся музыка. Хотелось бы, чтобы вы больше писали комментариев, какие вы хотите еще тренировки. Потому что мы это можем любые снять, но мы хотим, чтобы каждый наш ролик он был для вас полезным и актуальным. Вот, также заходите на мою инстаграм-страницу. Как там надо говорить? Ссылка в профиле, да? Или да? Ну, там, в описании. Да. Вот. Там тоже очень много полезного. Вот. Обучайтесь, друзья. Потому что это очень важно, чтобы вы знали, с какими мышцами вы имеете дело. Растягиваем заднюю бедра. Задавайте побольше вопросов вашим тренерам, если вы с кем-то занимаетесь. Если вы занимаетесь самостоятельно, думайте, читайте. Ну и смотрите канал вот этого, как его? Ну ты понял, да? Да. Тянемся. А еще очень приятно, что все люди, которых ты обучил, они правильно преподают и правильно несут вот этот спорт в массы TRX. Потому что иногда, когда заходишь в Инстаграм и смотришь, что иногда там делают, там тоже несут, но они несут больше в реабилитацию потом людей. Поэтому не надо пытаться повторять все всякие трюки, которые вы увидите в Инстаграм. Думайте, берегите свое здоровье. И понимаете, что ваша опорная система, мышечная, сердечно-сосудистая, они вечные, и нужно их беречь. Особенно я в свои 50 лет могу это сказать с полной уверенностью. Мастер, почему ты не отреагировал, что я сказал 50 лет, а ты подумал, как будто мне 50 лет? Ты можешь сказать 26, к примеру? Там. Да не ври, тебе 30 еще нет. Да не ври, тебе уже 70. Правильно. Растягиваем заднее бедро обязательно. В общем, я надеюсь, что вам понравилось, что вы кайфанули от этого. И я хочу, чтобы вы написали комментарии, еще раз говорю, какие вы хотите увидеть еще тренировки. И чтобы в конце тренировки у вас было такое же счастливое и довольное жизнью лицо. Чао.